Приветствую вас на канале Quality Motors. Сегодня у нас будет в обзоре мотор 4.2 FCI от Audi A8. И я сегодня вам расскажу болячки этого мотора коротко и по факту. Маркировка у этого мотора BVJ или BAR. Этот мотор ставился как на Audi Q7, так и на R8 Spider. Несмотря на большой объем, у этого двигателя много проблем. А именно какие проблемы? Надежность этого двигателя под большим вопросом. С ним возникают самые разнообразные проблемы, приводящие к очень дорогостоящим поломкам. Еще одна неприятная проблема двигателя Audi 4.2 FCI – это растяжение цепей. Здесь в приводе ГРМ используются сразу 4 цепи. Перескок любой из них из-за растяжения приводит к печальным последствиям. Поршни ударяют по клапанам. Приходится разбирать двигатель, менять клапана и нередко головки блоков. У этого двигателя образуется постоянно цоканье, из-за чего владельцы не слышат, так как в Audi очень хорошая шумоизоляция. Из-за того, что владельцы не слышат, приводит к таким печальным последствиям. А именно, у нас могут образоваться задиры в самих цилиндрах, и просто поршень может вылезти наружу и сказать «Привет!». Еще одна самая распространенная проблема этого мотора – катушки. Но по мне, катушки здесь очень хорошие, но многие владельцы именно этого мотора, машины, в которую установлен этот мотор, говорят, что катушки не выдерживают и выходит из строя, но я с этим не соглашусь. Также распространенная проблема у этого мотора – впуск. Многие говорят, почему же производители не догадались сделать его металлическим. Я сейчас объясню почему. Во-первых, это вес. Во-вторых, когда мотор горячий, он передает все свое тепло на впуск, если бы он был металлическим. И, соответственно, воздух, поступаемый в цилиндры непосредственно, был теплым, а это не есть хорошо. Также у этого мотора при несвоевременной замене вот таких вот колечек на впуске двигатель начинает троить. Обычно, когда пропускает воздух впуск и цепи растянуты, это приводит к многочисленным пропускам зажигания и ошибки по несоответствию положения распредвалов возникает по одному из блоков. На данном моторе у нас 4 цепи с одной головки блока, с другой головки блока. Также здесь смазал насоса и вот самая большая цепь, которая управляет именно механизм газовой фазораспределения. Как говорит завод Audi, цепочки рассчитаны на весь срок службы. Но в суровой реалии нашего прекрасного климата в нашей стране их следует менять при пробеге 200 тысяч километров. Именно сейчас я попрошу вас нажать на паузу, написать комментарий на интересующую именно тебя тему. Поставить лайк, нажать на колокольчик, ведь именно ваша активность позволяет нам делать полезный контент на нашем канале. Также в этом моторе надо следить за уровнем масла, так как этот мотор очень прожорлив. И не забывайте следить за течами уплотнений. А именно на этом моторе, как мы видим, идет течь со стороны клапанной крышки. Из-под клапанной крышки течет масло через вот эту прокладку и попадает на датчик. Также в этом моторе стоит следить за системой охлаждения. А именно здесь трубка системы охлаждения, где находится непосредственно термостат, дала течь. Как мы здесь наблюдаем, образовалась трещина, через которую вытекает охлаждающая жидкость. Это может привести к вскипанию этого мотора. Но с этим мотором все понятно. А если вас интересует какой-то особенный агрегат, вы пишите в комментариях. Мы обязательно подробно разберем. Также не забывайте ставить лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших интересных видеообзоров. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Юрий. Удачи на дорогах!